Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев, приветствую вас в этом уроке. И в этом видео я хочу вам показать вот такой симпатичный виджет, который позволяет делать вам бэкграунд в виде вот таких вот мерцающих белых звездочек. Смотрится довольно симпатично. Давайте перейдем в Adobe Muse и рассмотрим данный виджет. Из библиотеки виджет я перетаскиваю на холст. Он сразу у меня встает по ширине в 100%. И у данного виджета есть только одна настройка, это заливка бэкграунда. То есть звездочки у нас будут белыми, и заливка у нас черного цвета. В ночном космосе мерцают звезды. Давайте посмотрим, как смотрится на черном. Вот так смотрится на черном. Но у меня заливка браузера темно-зеленого цвета. Поэтому я код цвета беру отсюда и прописываю его здесь. Вам тут немножко не видно, обрезается здесь, но принцип, я думаю, здесь понятен. Давайте еще раз посмотрим. Вот такой вот небольшой виджет, достаточно симпатичный. Есть один только недостаток: данный виджет использовать на новой версии Muse в адаптивном дизайне не получится, потому что когда я сужаю браузер, у нас внизу появляется вот такая вот горизонтальная прокрутка. Вот имейте это в виду. Данный виджет вы сможете скачать на моем сайте. Ссылочка будет под этим видео. Увидимся в следующем уроке. Наверное, трудно представить себе современный лендинг-пейдж, сделанный в Adobe Muse без сторонних виджетов. А где же их взять, спросите вы? Специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов. 121 виджет ждут вас. Всего в 2 клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный потрясающий виджет, например, меню для мобильных устройств, несколько вариаций мобильных меню, уникальные слайд-шоу. Всевозможные эффекты с текстом. Круговой прогресс-бар. Маска с текстом. И многое другое. Чтобы скачать виджеты, перейдите на мою страничку, адрес, который вы видите у себя на экранах. Просто впишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку «Забрать виджеты». К вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты. Обязательно подтвердите, иначе виджеты не придут к вам на почту. Второе письмо придет к вам автоматически, где вы сможете скачать 121 виджет. Делайте лендинг-пейдж, делайте их круто!